приветики, мои хорошие друзья, рукодельники и рукодельницы. Сегодня мы с Мишаней, и вы, если захотите вместе с нами, будем делать интересное панно. Панно с участием вот этих всех даров. Смотрите, какая красотень. Это и орешки, обычные грецкие орешки, и лесные орешки. Это такой орех, такой интересный. Косточки от, да, персика. Тоже принимают участие это желудь. Кстати, смотрите, какие они бывают. Огроменные. Они тоже будут принимать участие. А вот такие коробочки от цветов. Совершенно сухие, но тоже пригодятся. Опять же, кожура лимона, скрученная в виде цветочка. Тоже листья, знаете чего, да. То, что сырым не едят, а вареным выбрасывают. Такая вам загадка. Тоже, смотрите, эти цветочки уже фигурировали в нескольких видео. Это цветочки из кожуры апельсина, мандарина. Высохли вот такие вот сухие цветочки у нас получаются. Они тоже принимают участие. Точно так же сухостой цветочки. Такие хмель, знаете, что это. Тоже сухой лимончик. Такой он смешной у меня получился. Тоже листья помелы, знаете, что это за дерево такое. Тоже цветы, забыла, как они называются, но когда высыхают, вот такие получаются очень интересные вот такие вот звенья, прозрачные, такие блестящие, тоже применяем. Это от кипариса шишечка. Шишечка еще, вы знаете, что это. Тоже. Плоды разнообразные, орешки. И все это сухое. Кстати, вот это яблочки. Высушенные яблочки. Тоже пригодятся нам для этого панно. А вы посмотрите по своим сусекам и обязательно что-то найдете для такого панно. Я сначала думала о большом панно, а потом решила, что вот такая небольшая рамочка нам пригодится для этого панно. Небольшая. И в качестве подложки я взяла приблизительно такого цвета коробочку от Ассорти. Все приклеивать к этому я буду с помощью клеевого пистолета. Итак, садитесь удобней. Начнем с такого, как половинка вот этой коробочки. Вот такая половинка, чтобы она не была сильно объемной. Вот так вот на уголочек, чтобы хвостик выглядывал на рамочку. Но перед этим разместим еще и сухие яблочки. Итак, приступаем. Я делаю такую большую каплю. А когда прижимаю, оно само расходится туда, куда надо. Так. Поехали. И теперь вот так вот наш цветочек. Раз. И два. Перед тем, как приступать уже непосредственно к приклеиванию, вы можете сначала разложить себе все, какие-то композиции, сначала придумать ее хорошо, а потом уже все приклеивать.
Так будет лучше. Друзья, смотрите, какая интересная штука получилась. Вот такое панно. Я вскрыла его лаком, лаком-спреем. Он уже фигурировал во многих видео. Хобби лак. Видите? Зачем? Чтобы Мольке было неприятно, если она вдруг подумает что-то попробовать. Ну и чтобы легче было ухаживать за таким панно. Как вам такое панно на кухню? Смотрите, как красиво оно смотрится. Очень-очень интересно. Все приспособили. Клей сделал свое дело. Все хорошо держится совершенно. Ну, ничего не двигается. Только вот эти цветочки и то... Им положено двигаться. А так все очень миленько получилось. Дерзайте, друзья. Панно можно делать из всего. Можно делать из разных специй, как лавровый лист. Специи, которые вы найдете у себя на кухне. Тоже панно можно делать из ракушек. Мы рады были с Мишаней поделиться с вами таким чудесным изделием. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Мишаня всегда очень рад. Пишите, из чего делали панно вы и что вы думаете об этом изделии. Мы будем очень ждать ваших комментариев. И до новых рукодельнических встреч. Пока-пока!